Первые 10 минут этой встречи красно-белые были не похожи на себя. Может быть, сказывалась легкая усталость, связанная с недавними перелетами «Спартака» в Бишкек и Алма-Ату на товарищеские матчи. Вскоре, правда, все встало на свои места, и сначала Тихонов, а затем Кечинов всерьез потревожили стража нижегородских ворот Андрея Сацункевича. Гости, впрочем, тоже не оставались в долгу, и бывший спартаковец Александр Липко счел необходимым проверить готовность Филимонова к дальнему удару. В честь последнего тот сыграл надежно. До перерыва счет так и не был открыт 0-0, и лишь в середине второго тайма «Спартаку» удалась наконец-то результативная комбинация. Тихонов продрался слева в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где уже поджидал мяч никем не прикрытый Титов. Красно-белые могли отличиться и еще, по меньшей мере, раз, когда великолепно раскатали всю нижегородскую защиту, но вышедший на замену Коновалов с близкого расстояния угодил во вратаря. 1-0. Победа «Спартака» уже третья подряд.